мы сейчас как раз смотрим именно станцию метро Савеловскую. Здесь прям, смотрите, такая подсветка из-под стены, как будто из-под стены освещает потолок. Давайте посмотрим линию проезда поездов. Но по дизайну как раз таки подходит, можно сказать так же. Только подсветка со стороны, с этой стороны, со стороны пассажиров. Здесь камнями вымощены разные рисунки. И вот такая станция метро. Это у нас именно станция метро, которая Тимирязевская линия, то есть серой ветки. И как раз отсюда сейчас я засниму вход в вокзал. Ну а пока что попробуйте отгадать такую загадку. В загадке спрашивается, что бросают тогда, когда это необходимо, и поднимают тогда, когда это уже не нужно. Но в конце этого ролика дам отгадку. А сейчас как раз увидим еще вот такие рисунки. Так, ну, выходим, значит, тогда... Ладно, сейчас тогда скажу отгадку сразу. Отгадка на загадку – это якорь. Увидимся в следующем выпуске.